В основном члены нашей церкви истинно верующие люди, любящие Господа Иисуса Христа, и поэтому стремящиеся исполнять Его волю, Его Слово. Это люди молитвы, это люди... Члены церкви Агапы имеют критическое мышление в основном, и они понимают, что происходит в мире. Служить вот в таком сборе, в такой церкви достаточно комфортно, потому что члены нашей церкви – это и украинцы, и русские, и белорусы, и даже казахи. Как Господь сказал, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов. И пока что, я думаю, у нас получается иметь мир, порядок, устройство и политическая ситуация в мире. Вот эта вот война, она ни в коей мере, разумеешь, что мы церковь, ни в коей мере не влияет на наши отношения, на наши стаги. Я из династии пасторов, и поэтому мы всегда молимся и за власть, чтобы они принимали верные решения, чтобы с IQ было все в порядке. А то, что сейчас происходит, конечно, это